такая спокойная лялечка наша. Думаю, что надо мной издеваются. Папа не знает. Давай такой возьму. Давай. Мягенькая. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Как вы видите, у нас новый питомец. Знакомьтесь, это Бонни. Сейчас мы приехали в зоомагазин, чтобы купить для нее много всего. Игрушки, да, кроватку, все для миски. Собачки. Ну да, все для собачки. Корм. Ну что, пойдете с нами? Все, идемте. Первое, что нам надо, это поводочек. Да? Нам... Надо, чтобы регулировался. Чтобы ей на вырост было. Это большой сила. Мама! Можно же, да, здесь померить? Я думаю, что не знаю. Розовенький, что ли? Да, можно, чтобы было большой. А вон розовенький есть, смотри. Вот розовенький. Ну, он очень большой. А, это для больших. Там. Вот только. Я вижу. Розовенький. Угу. У нас все, у нас она будет розовенькая, что ли, все? Да. Круто, да? А мы уже примерили. Это для дождя курточки. Для дождя курточки? А, точно. Надо тоже посмотреть для дождя. Вот такую вот? Да, маленькую. Маленькую. Угу. Ей нужно что-нибудь резиновое. Мячик. А может поменьше мячик взять? Нет, мама. Это большой, сильно. Вот такой. О, смотри, он пищит. Да, хочу. Здесь тоже есть этот. Мам, знаешь эту руку? Просто берешь мячик и так вот кидаешь. И что дальше? Просто сюда. А, чтоб кидать. И лама есть. Смотри. Вот еще. Я эти видела. Давай такой возьму. Давай. Чтобы она ваши игрушки не грызла. Скажи, мне не нравится. И расческа. Вот расческа. Расчески. А расческу? Расческу обязательно. Это тоже надо взять. Но это самое-самое важное. Вот, смотри, щетка. Она у нас маленькая, да. Да, точно. Она у нас маленькая, значит, ей нужно небольшую щеточку, да? Такая спокойная лялечка она наша. У нее как будто масочка, да? Смотри. Черная. Знаешь, такие маски так, есть же? Мам, да, вижу. Розовенькая все. Красавица нашей. Ага. Да. Чтоб не убегала под машиной. Это она у нас под машиной убежала. И сидела под машиной. Вот, надо нам вот такой вот. Нам сказали, марка вот эта хорошая. Роял Канин. Мама, да. Вот для маленьких, смотри. Вот, мини. Давай возьмем. Вот, мама. Все, зацепили. Смотри, чтобы она здесь нигде не накакала. У нас нет пакетиков. Вот этот мини. Попробуем корм. В общем, здесь все такие большие. Для больших собак. И одна вот есть маленькая. Да, вот это. Она кожаная. И она... Оу, 50% скидка. Да это прям сильно большая, да? Да, это сильно большая. Сильно большая. Не такую. Почему? Почему не очень? Не знаю, Лео. Мисочки, точно, Лео, умер. Мы возьмем. Да. И здесь вот низко. Не сильно ей большие? Вот. Нет. Такая вот маленькая. Это очень маленький. Может, это для водички? А, ну да, на вырост сразу надо. Давайте на вырост возьму. Это для больших собак, чтобы играть. Чтобы она тебя не укусила, видишь? Как бы защита для руки. Мягенькая. Она же не сильно вырастет, она чуть вырастет еще и все. А если вырастет, будет совсем. Что, эту хотите? Да. Эту возьмем. Садите ее туда. Она там прям наверху будет. Ну давайте это возьмем. Да. Мороженка, смотри. Мама, смотри, вот мячики хорошие. Ксюш, там убери, которые мы взяли, или нет? Вот здесь.
Марго. Что ты тут все ломаешь? Все, пойдемте, мне кажется, уже... А, ты же жилеточку хотели, да? Вот они, дождевички наши. Какой цвет возьмем? Желтый. Желтый? Или красненький? Мне кажется, желтый сильно маленький для нее. Да? Угу. Красный тоже пойдет. Красненький, может. У нас очень много дождей, всегда дожди. Дожди, дожди, дожди. Особенно сейчас уже осень. Да. Бедная она. Что там папа делает? Она так смотрит. Думает, что надо мной издеваются. Папа не знает. Ну. Папа вообще не знает. Папа не умеет. Она выйдет, как не знаю, что. Какая смешная. Я думаю, это подойдет для начала. Ну, да. Для первого годика. Все, теперь почему на поводочке. Там были еще памперсы. Памперсы. И ну если в дорогу брать. Ну да. А так, в принципе, нам. Все, пошли. Запах какой-то унюхала новый. Пойдем? Розовенькая. Только курточку не нашли. Курточку не нашли розовенькую. Ну что, ребятки, мы уже дома. Сейчас мы вам покажем, что мы купили для щеночка. Так, с чего же мы начнем? С еды? Давайте начнем с еды. Здесь у нас такой большой пакет, 4 килограмма. Специальный корм для щенков. До 10 месяцев. Нам еще дали вот такие вот пакетики в подарок. Это, ну, как называется, корм. Ну, это такие вкусняшки для собачек. Например, чтобы дрессировать и давать им вот такие вот маленькие кусочки. Вот такие разные. Это все, что мы взяли из еды. Дальше у нас вот такой... Ой, моя воля. Вот такой вот, вот такие вот чашечки. Это для воды, а это вот для еды. Корм, для корма. Она облизывает. Она только что из нее поела, поэтому она и ее облизывает. Да, она любит. Было очень вкусно для нее. Так, дальше из одежды. Что мы ей из одежды купили? Мы ей купили вот такой вот дождевик, потому что в Швейцарии дожди очень часто. Да. И чтобы она у нас не намокла, мы ей будем одевать вот такой вот дождевик, потому что, смотрите, шерсть так... Это для поводочка такой розовый, нагрудничек. А тут вот сам поводок. Он такой розовый. Потом тут есть такие переключатели. Это вот чтобы это зафиксировать. Вот она идет, а мы зафиксировали. Или можно просто вот так. Или вот, можно вот так. Сюда назад. Остановить. Ну, в общем, тут еще есть такая коробочка с пакетиком. Это мы отдельно купили. Тут такие пакетики милые с сердечками. Чтобы собирать как пульки. Дальше у нас ножницы. Такие вот. Специально для животных. И еще мы купили пеленочки. Так как мы ее сейчас приучаем писать не на пол и на ковер, а на пеленку. Еще вот такая вот щеточка, чтобы расчесывать. Мама ее расчесала. Мы ее уже расчесали. Так, а теперь мы переходим к игрушкам. Мы купили вот такую вот штучку. Резиновую. Резиновую, две такие, чтобы она грызла. Потому что у нее есть зубки. Она сейчас просто абсолютно все грызет. Палец, все, просто все, кровать. И вот мы ей купили вот такие вот два колечка. Дальше. У нас такая вот такая вот веревка, чтобы драть. Кидаешь, она мягкая и пушистая. Дальше. Мы купили набор мячиков. Здесь 6 мячиков. Они как раз не сильно большие, и ей будет удобно играть, потому что у нее ротик маленький. Хорошо, что их 6, потому что обязательно какие-то потеряются. Дальше у нас единорог. Смотрите, какой он миленький. И, кстати, мы сейчас не будем это пикать, потому что она у нас спит. У нее тоже лапки пищат. Да, у нее... В общем, единорог пищит вот тут вот в теле и еще на лапках. Самый главный момент – это кроватка. Вот она там уже полежала, и мне кажется, что ей там очень понравилось.
Тут двухсторонняя подушечка. Здесь это для зимы, она более теплая, мягкая. А вот здесь а вот это для просто... лета. Если будет жарко. Пока у нас не холодно, мы оставим ей черную. Оказывается, она еще выворачивается. Допустим, зима, холодно. Вот. Вот. Домик перевернули для... А как придет тепло, мы ее переворачиваем. Это, когда мы ее купили, мы не знали, что это я сейчас стоим, а что ее можно. Круто! Она устала очень от нашего шопинга. Ее уже тысячу раз там переодевали, одевали. А это наша переносная сумочка. Нам ее подарили. Ну что, на сегодня все. Наша принцесса уснула. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Не забывайте подписываться на наш канал и ставьте лайки. Да, обязательно. Ставьте лайки, кто считает, что она милая. Всем пока!